В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в районе проводится акция «Один день в армии». Ребята старших классов получают уникальную возможность побывать на экскурсии в воинскую часть. Своими впечатлениями они поделились с нашей съемочной группой. Современные вооруженные силы России – это порядок и высокая дисциплина, это отличная боевая выучка и комфортные условия, это взаимовыручка и знание славной истории нашей армии. В этом смогли убедиться учащиеся 39-й школы, которые побывали на дне открытых дверей в ремонтно-эвакуационном полку, который размещается в Славянске на Кубани. Его военнослужащие с честью несли службу по защите России везде, куда посылала их Родина. Ребятам рассказали о подвигах солдат и офицеров ремонтно-восстановительных подразделений у мемориала, где выбиты имена героев. Я не призываю вас знать каждого, но память о том, что ваши ратные защитники не пожалели здоровья, не пожалели жизни для того, чтобы у вас было светлое будущее, я думаю, это каждого касается. Затем учащиеся выслушали рассказ о военной службе в части, о специальной технике, которая обеспечивает эвакуацию и ремонт бронетехники с тем, чтобы восстановить ее и вернуть в строй действующих. Ребята узнали, из чего складывается быт военнослужащих и как они отдыхают, посмотрели солдатские казармы, пост дневального по роте, познакомились с достижениями части в боевой подготовке, образцами вооружения. В ходе экскурсии они получили возможность примерить современное обмундирование, чем с радостью воспользовались. Впечатления у них самые положительные. Мне было очень интересно узнать о службе в армии, о новом обмундировании, о том, как проходит распорядок дня в армии. Я очень мечтаю попасть именно в эту часть. Здесь все очень интересно рассказывают, понятно, самое главное. Не стоит переспрашивать, потому что говорят именно то, что важно действительно, и то, что нам пригодится в будущем. Я считаю, что каждый человек русский должен чтить память, помнить о том, благодаря кому и благодаря чему мы живем. Служба в рядах российской армии в настоящее время весьма привлекательна для молодых людей. Они проходят настоящую школу возмужания. Сейчас служба для молодых людей намного лучше и мягче стала, чем была раньше. Есть возможность усваивать тот материал, который командиры нам дают. Есть возможность готовиться, быть лучше, выше. То есть ребятам дается все для того, чтобы расти. Подобные экскурсии в воинской части проходят регулярно, что очень хорошо содействует военно-патриотическому воспитанию юных славянцев. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».